Друзья, если ищете подарок охотнику, то я хочу предложить вам один неплохой вариант. На охоте бывают люди выпивают. Хочу показать вам стопочки. Они сделаны в виде головы животных, то есть их основания. Ну, в данном случае вот такой вот горный баран, нархар. Сделаны из олова. Очень тонкая работа. Вот анатомически идеально переданы все какие-то особенности этого животного: рога, волоски, уши, глаза, даже выражение глаз. И сама по себе эта стопка очень устойчива. Тяжелое основание делает ее максимально устойчивой вот на горизонтальной поверхности. Ну и смотрится она очень красиво. Вот. Лучше вот охотничьего подарка, ну разве что связанные что-то с оружием, лучше, наверное, не найти. Так, 50 миллилитров стопка. Но есть еще другие варианты, вдруг немножко поменьше объемом, где-то 30-40 миллилитров, вот такие вот голова тигра и вот такой вот филин, вот такой вот ушастый филин. Спасибо.